От 3 до 5. Потому что именно так и должно быть. Реабилитация вот этих подонков, которые воевали против нас и уничтожали, ни в коем случае недопустима. Даже сами немцы, там многие из них профессора, говорят, что как минимум, даже очень скромно, дата была выбрана не очень правильно. Есть начало Первой мировой, есть 22 июня, там когда угодно, пускай идет, никто ему вообще слова не скажет. Но в 9 мая, в день нашей победы, он туда поперся специально для того, чтобы приравнять как бы и Советский Союз, и Германию. Ну в чем разница? Это ваша трактовка. Есть туда цветочки. То есть вы считаете, что это провокация? Ты подонок конченый вообще. Вот у нас в Воронеже есть кладбище. Мало кто знает. В парке Кольцово, прямо в центре города. Там эти подонки захоронены. Там они захоронены. Ни одного даже напоминания нет. Лежат твари там в земле, которые пришли на мою родную землю. И пускай лежат, и памяти от них не должно быть никакой. Кошмар. А 9 мая, да, это наш праздник. И если ваши члены партии «Яблоко» вот эта провокация занимается, все вы там такие, чтобы все знали, что это ваш член партии занимается такой ерундой, реабилитацией фашизма. Нет, я не знаю, но это не важно на самом деле. Это важно, очень важно. На самом деле... Жертвы войны. Понимаете, 75 нет, лет прошло. Войны, а это вы, наша вы как, жертва, вы, а эти не жертвы. А вы те как подонки, дикарь. Которые сюда пришли вы, и стали еще... убивать Подождите. Женщин и детей, моих Можно родных я скажу, и близких. Да? Да, можно сейчас. Вы перестанете кричать? Галина Михайловна,